Дольки лимона – это подводящее упражнение для роликовых коньков. Оно научит вас начинать движение. Главное условие – набираем скорость без отрыва ног от земли. Начинаем со стойки. Ставим ноги клином и немного приседаем. Переносим вес на левую ногу. Чтобы начать движение, нужно оттолкнуться правой ногой. При этом она будет проезжать по дуге. Отталкивание производится так, чтобы выдавить пятку, то есть вся нагрузка на нее. Где-то на 10% движения происходит самая мощная фаза. В конечной фазе она должна оказаться рядом с ногой, на которой едете. Главное, чтобы левая нога не заваливалась и ехала прямо. Итак, запоминаем. Немного присели, оттолкнулись, привстали и подтянули ногу. Присели, оттолкнулись, привстали. Нельзя сразу приседать и отводить ногу. Нужно четко понимать, что это отдельные движения. Приседание – это только подготовка к отталкиванию. А теперь уровень для профессионалов. После того, как оттолкнулись, нога выезжает вперед и становится на заднее колесо. Делать это нужно сразу после отталкивания, когда выводите ее вперед. То же самое нужно повторить левой ногой, после чего соединяем два движения. Ехать при этом нужно дугами, то есть как змея. То есть во время отталкивания начинайте поворачивать в противоположную сторону. Так вы подготовитесь к следующему отталкиванию. После этого упражнения можно смело переходить к другим основам катания. Если понравился выпуск, не забудьте добавить его в свой плейлист.